Первым снегом зимой. Вот так я люблю снеговика. Это низ снеговика буду любить. Среднюю часть снеговика и вверх. Сейчас вот тут вот. Снеговику найдем руки. Руки вот. Возможно, вот в такой вот палке. Жаль, вот тут вот одна палка для руки. Ой. Ну немного. Немного. Прилепим. Немного. Вот так. Дальше вот так. Вот и залепим. Ему, короче, надо вторую руку найти. Вторую руку. Сейчас тут поищем. Вот. Что касается второй руки, она вот она. Сейчас ее тоже прилеплю. Вот. Вторая рука. Ее я на снеговика вот прилепил, у него будет дырки. О, пожалуй, вот такой вот он будет. Ой, немножко его долепим. Вот такой вот он будет. Вот это вот его голова, вот это вот его голова. Голову я пока не представляю. На голову сейчас найдем шапочку, глазки, ротик и все такое, в общем. Вот такая вот будет шапочка. Сейчас не возле снеговика, а еще чем ему сделать глазки, все такое. А вот, пожалуй, вот что для глазок подходит лучше всего. Вот, вот это у него голова, поэтому для головы сейчас вот таким веселые глазки с ресничками. С ресничками вставим. Вот. Дальше ему вот такую шляпку. Шляпку. Ну а ротик. Ну а ротик вот тут вот был. Все вот. Что-то этот ротик не держится. Не держится ротик. Носик, кстати, тоже не держится. И получается у нас вот такой вот красивый снеговик. Вот. Кому интересно снеговика посмотреть. Вот. У нас в этом году мало снега, но снег лепится, поэтому я не удержался. И сейчас, возможно, еще кое-что. Один штрих, вот. Один маленький штрих. Это будут его лапоньки. Он, возможно, завтра растает,
может быть все что угодно, но я его оставляю на видео для того, чтобы все видели вот такого красивого снеговика. Вот. Пожалуй, я еще кое-что пойду там. Это его уши, вот. Уши ему. Сейчас тоже ему уши приделаю. Вот. Это у него такие уши, чтобы он мог слышать. Ушки вот такие. Вот такой вот снеговичок получился. Замечательно. И ножки вот есть, и ручки вот есть. А это у него глазки, ротик. Носик такой необычный у него. Шапочка. И ушки, чтобы он слышал всего. Вот такой вот красавчик. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.